Россия начала играть в открытую против Армении. Мы это видели уже после того, как представитель России в ООН прямым текстом заявил, что не вмешивайтесь в региональные дела, великие державы, мы сами решим вопрос с Арменией, как захотим. Ну, он практически это сказал, да, но насчет того, что не надо вмешиваться в дела Южного Кавказа, он это прямым текстом говорил. И то, что российская риторика полностью совпадает с азербайджанской насчет того, что между Арменией и Азербайджаном якобы нету границ. И это значит, что Азербайджан может оттяпать территорию Армении там, где хочет.